Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Nissan Qashqai 2012 года выпуска, 2 литра, автомат, передний привод. На этом автомобиле пробег 86 тысяч километров. Заменим сегодня рулевые тяги и наконечники. Начали стучать. Поднимаем автомобиль, снимаем оба передних колеса и добираемся до рулевых тяг. Отверткой поддеваю пыльник между пыльниками, чтобы засунуть мне съемник. И отстреливаю его. Сейчас будет щелчок, не пугайтесь. Наконечник слабый. Теперь снимаю хомут на пыльнике, который у нас тягу рулевую закрывает. И снимаем хомут внутренний. Родной он идет одноразовый. Я его порвал. Здесь поддеваем. И я брызну силиконом маленько. Ключ здесь на 36. Откручиваем рулевую тягу. Так как тягу эту я сохранять не буду, я ее откручу газовым ключом. Все, открутил тягу. Как видно, здесь никакой фиксирующей шайбы нет, шплинта, как было раньше на старых автомобилях. Почищу маленько резьбу, чтобы сосчитать, сколько у нас будет витков. Считаю количество витков. От начала. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 витков. Ключом на 22 срываю контрагайку.
и откручиваем тягу. Наконечник правый. Правый наконечник у нас фирмы CTR, цен 132. А левый у нас будет цен 133. Наконечники разные, а тяга одинаковая. Вот такой вот наконечник. И вот такая вот рулевая тяга. Тяга будет CRN51. Идет тяга и идет смазка. Смазка для пальца здесь мы набьем. Снимаем контрагайку. Наконечники. Так, откручиваем контрагайку с тяги рулевой. Снимаем хомут и снимаем пыльник. Высота тяги у нас одинаковая, поэтому количество витков, что мы считали по 11, у нас подходит. Смажу резьбу маленько и иду закручиваю ее. Вот такой вот ключ. Все, тягу рулевую закрутил. В комплекте с тягой идет вот такой пакетик литола, смазки. Здесь вроде есть, но мы добавим еще. Раз она идет, мы ее добавим. Одеваем пыльник. Одеваем хомут. И закручиваем гайку.
отсчитываем 11 витков сзаду. Один из цветков отсчитал. Смажу резьбу. И накручиваю наконечник. Надеваю наконечник в цапфу. И закручиваю гайку. Новая гайка уже на 17. Немножко проворачиваю рейку, ровно выставляю колесо и одеваю пыльник. Затягиваю там хомут. Хомут буду использовать капроновый. Все, хомут я застегнул, здесь закрутил, теперь зажимаю контрагайку. Тягу с наконечником я заменил. Аналогичным образом меняем со второй стороны. Вторую сторону я тоже заменил, точно так же. На этом все. Замену наконечников и рулевых тяг я закончил. Всего вам доброго!